В конце 2020 года Бюро национальной статистики Казахстана провело одно любопытное исследование. Называется оно «Уровень доверия населения к правоохранительным органам». В опросе принимали участие представители 18 тысяч домохозяйств, возраст респондентов от 15 до 60 лет. Меня, например, как гражданина Казахстана и человека, понимающего нашу правоохранительную систему, результаты совсем не удивили. В общем, всего треть казахстанцев полностью доверяет полицейским. Остальные сомневаются, не доверяют или не сталкивались с деятельностью правоохранительных органов вовсе. Сегодня мы расскажем вам две истории, в которых встречи с полицейскими для людей стали роковыми. В поисках справедливости эти люди обратились в редакцию отдела журналистских расследований. Послушав их, мы убедились, что оборотни в погонах – это реальность. Хотя и хотелось представить, что все это лишь выдумка сценаристов очередного сериала о полиции. Сюжет первой истории определенно мог бы стать основой сценария и для телевизионного сериала. С экспозицией, завязкой, развитием действий, кульминацией, но пока без развязки в силу определенных причин. События в ней запутанные, мотивы поступков участников чаще непонятные, а бездействие полицейских в самом начале послужило триггером для трагических последствий спустя полгода. Детективные истории с похищением, удержанием в неволе, убийством, в которой замешаны исключительно родственники, позавидовала бы сама Агата Кристи. А произошло все в самом крупном городе страны – Алматы. Александр, давайте вспомним тот день, 9 августа 2020 года. Что с вами в этот день произошло? Я подошел, открыл машину ключом, сел в машину и, не успев ее завести, встав только ключ в замочную скважину, я, подняв глаза, увидел, что ко мне со стороны главной дороги бегут двое человек в капюшонах, масках. Все, они нанесли мне несколько ударов, вытащили с машины и потащили меня по направлению главной дороги к автомашине Lexus черного цвета. Когда меня усадили, я увидел, что там еще сидели двое человек. То есть в итоге четверо, да? В оконцовке их оказалось там четверо человек. Я узнал их, да, это мои двоюродные родственники по моему отчиму, это Жусупов Талгат и Аяпов Куаныш Бауржанович. Впереди сидел Макалбеков, ну, он представился Ерболом, точно не знаю как. И этот Панин Данил сидел на пассажирском переднем сидении. После того, как... Что они от вас хотели тогда? Ну, мне сказали, что я имею отношение к пропаже ихнего родственника, брата, там, отца, что этот, ну, и они требовали, чтобы я указал место, где я последний раз с ним виделся, расставался и все такое. Но что я им ответил, что я не имею отношения, вообще ничего не знаю. Шесть утра вас забрали оттуда, потом? Ну, сюда приехали мы где-то, ну, примерно уже начало восьмого, потому что мы же не сразу сюда поехали. Я сначала подвигался избиению, там, они пытались там с меня какую-то информацию взять, которая, в принципе, не существовала. И просто за тот промежуток времени, за полтора часа, то, что они нанесли мне какие-то определенные увечья или всего, то я начал бояться за свою личную жизнь, потому что мы приехали уже к этому месту, и они мне сказали, вот, лопата, пожалуйста, или ты нам что-то показываешь. Вот здесь, в саду все происходило. Все, я находился здесь, меня заставляют тут же копать в этой яме. Лопата была? Да, потом они еще привезли троих каких-то копщиков там, еще они там копали. Ну, подвергался избиению мне. Объясняли, что здесь, если не будем находить, мы в этой яме же тебя и похороним. Выкопали и обнаружили какие-то кости. Сразу забегая вперед, скажу, что потом провели экспертизу. Это были кости животных там, трех видов, по-моему. Там, лошадь, там, собаки даже были, там еще кто-то был. Ну, в любом случае, не останки человека. Потом приехали сотрудники полиции. Я находился в яме, весь избитый. Я объяснил, что нахожусь в яме не по своей воле, по принуждению. На что сотрудники... отнеслись скептически к этому всему. Меня просто отвели в сторону, посадили вот около того большого дерева,
пристегнули себя наручниками, но я также периодически подвергался избиению этих людей, которые меня похитили. Они сами вызвали полицейских. Ребят, мы нашли убийцу нашего отца? Да, 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 да. Во всем промежутке этого времени, даже когда здесь находились сотрудники Талгарского РОВД, сюда приехали сотрудники Медеусского РОВД. Это я потом здесь уже узнал, когда был пристегнут, потому что ко мне пришли двое сотрудников полиции и сказали, что мои родные, мать, сестра там написали заявление о пропаже моем. На следующий день Яковлев вместе с сестрой едут в управление полиции Медеусского. Даже ночью, вот как только отпустили, сразу приехали. Ну, первое было дежурного, что сейчас следователя нету, приходите позже. Хорошо, ушли, пришли уже днем, там, с утра пораньше. Медеусское управление полиции уже города Алматы написали заявление, что меня похитили тогда-то, тогда-то. Тем более указывает фамилия, кто похитил. Да, то есть там особого труда нету. Пройти, как говорится, по адресам, по крайней мере, начать какую-то досудебную проверку. От него заявление принимают, по крайней мере, опросили его. И ничего не нашли лучшего, как этот материал по его заявлению направили в управление полиции города Талгара. Якобы для соединения. Какое соединение? Это отдельное заявление. Заявление вообще никак не связано с тем уголовным делом по факту пропажи вот этого Аяпова Бауржана. Здесь еще раз напомню, что человек по имени Бауржан Аяпов, близкий родственник людей, совершивших похищение Александра, пропал в 2003 году. Вот только дело об его исчезновении завели в 2008 в полиции Талгара. Непонятно, какой логике следовали правоохранители управления полиции Медеусского района города Алматы, когда хотели, чтобы эти два дела были объединены. Но тем не менее, они туда направили. Те, понятно, получили там через месяц, пока по почте дошло, получили, смотрят, это не их, как говорится, епархия, направили назад. В конце концов, после многочисленных жалоб, хождения по прокуратурам и так далее, возбудили только в декабре 2020 года, то есть, получается, с августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то есть 5 месяцев. Прошло, только возбудили уголовное дело, но сейчас считается, зарегистрировали в РДР, так сказать, если правильно сказать, по самоуправству. 389 статья. В декабре 22-го, по-моему, декабря зарегистрировали. Дело лежит в сейфе у следователя. Яковлев, сестра, пишут прокуратуру, кругом расследуйте, ничего не добивается. Дело как лежало, так и лежит. Никто ничего не делает. Пока полицейские раскачивались и не проводили никаких следственных действий по делу похищения Александра, в его семье произошла трагедия страшнее. В феврале 2021 года в людном месте недалеко от Талгара был убит сводный брат Яковлева Куаныш Аяпов. На следующий день в расправе над мужчиной признался его двоюродный племянник, сын того самого пропавшего Бауржана. Почти полный тезка и близкий родственник убитого, кстати, по словам Яковлева, был одним из участников его похищения. 16 февраля 2021 года вот на этом месте, здесь, убили моего старшего брата Аяпова Куаныша Умирзаковича, 73-го года рождения. Было нанесено более 13 ножевых ранений в левую область. Тело, грудная клетка была, жизненно важные органы были повреждены, то есть кончался на месте, да, не приходя в сознание, то есть, кровопотеря, там какие-то кровоизлияния, да, что-то произошло. На сегодняшний день двое человек ждут суда, да, потому что дело уже первоначальное слушание произошло, но дело вернулось на ДС, да, и сейчас два человека сидят, хотя по камерам видеонаблюдения, да, было видно, что преступление совершали явно не два человека, да, преступление было совершено группой лиц, соответственно, по предварительному сговору, потому что 16 февраля брата выманили обманным путем, да, потому что он в интернете, за день или за два до этого, он в соцсетях, различных мессенджерах, да, опубликовал объявление о том, что он продает прибор ночного видения. То есть те, кто совершал преступление обманным путем, пригласили его на это место, да, звонками там. Он приглашал домой, да, то есть чтобы подъехать домой, но люди отказывались. И как история, которая произошла раньше, в августе 2020 года, и убийство вашего старшего брата, они каким-то образом соединены?
Есть причинно-следственная связь? Да, конечно. То есть, что преступление, которое было совершено в августе, 9 августа 2020 года, что 16 февраля 2021 года, было совершено одними и теми же лицами, опять же, по предварительному сговору, то есть здесь действует некое как бы ОПГ, да, так бы негласное какое-то, где действия все совершаются продуманно, да, то есть люди уже чувствуют безнаказанность, совершая первое преступление, не понесли никакое наказание, так как дело до сих пор находится, ну, как бы в подвешенном состоянии таком, да, чувствуя безнаказанность по первому делу, люди совершают, ну, уже более тяжкое преступление. А чем мотивированы эти преступления? Знаете, как, какие-то личные неприязненные какие-то, да, отношения. Та сторона, которая совершает эти преступления, они все-таки являются родственниками, да, нам по отцовской линии. И обвиняю, что брата моего, которого они похищали, совершали преступные деяния в 2020 году, они обвиняли моего старшего брата, которого убили, в пропаже своего, ну, там, сына, брата и отца, да, как бы так, что якобы они причастны к его исчезновению, хотя каких-то фактов, да, или еще чего-то там, ну, опять же, это все косвенно, это кто-то где-то сказал, да, вот так, ну, все собрано, грубо говоря, око за око, да, зуб за зуб. В марте месяце, когда я приступил к этому уголовному делу, вступил как адвокат, прежде всего, ну, что, ну, со слов выслушал всех, да, говорят, ничего не делают, я говорю, ну, не может быть, как следствие. Люди известные, все уже получается, даже если считать, что в декабре возбудили, март месяц, уже 4 месяца прошло, хоть что-то сделали. Ну, иду к следователю Медеусского управления полиции. Ну, следователь молодой, да. Ну, бывают разные люди, да. Этот видно, что вроде как хочет расследовать, ну, говорит, у меня времени нету, я там дежурю там, через день, через два. Я говорю, ну, ты хоть что-то сделал. Вот из сейфа вытаскивает, вот поверьте мне, вот у меня скрепка, да, жалоба, а у него вот просто это, лежат там, ну, листочков 10, все. Я говорю, ты хоть кого-то опросил? Мне времени нет, Это который первый, да? Это первый следователь, который вот возбудил, у него в производстве находилось. Я говорю, ну как так, слушай, там уже человека убили, вы что, ждете, когда второго, вот моего клиента, да, вот они одного убили, мало ли чего, второго убьют. Ну, мне ничего остается. Адвокат написал жалобу Медеусскую. И отсюда пошло, Медеусскую прокуратуру имеется в виду. Записался потом на прием к начальнику управления полиции Медеусского. Говорю, ну давайте, работайте. И вот март месяц, и только вот, знаете, вот отписки. Все, прокуратура дает, мы указания дали, сейчас начнем. А расследование уголовного дела по убийству вашего старшего брата, оно на какой стадии сейчас, в принципе, что говорят полицейские? Получается, есть конкретный человек, да, вот племянник, соответственно, он пришел, признался, да, в убийстве. Здесь со стороны была создана группа, да, следственно-оперативная, да, которая, ну, все действия провела, но, опять же, да, где-то были какие-то упущения. Буквально недалеко от нас здесь находится камера, да, запись на которой хранится буквально 7 дней, да. То есть запись не была изъята, да, была только приобщена запись с АЗС. Жусупов, Талгат, который сейчас он уже арестован именно за убийство, его долго никто не арестовывал, его опросили вначале в качестве свидетеля, потом получилось так, что уже, получается, в феврале убийство было, да, а где-то через месяц-два, может быть, уже его задерживают с пистолетом. Вообще просто по другому делу. Только после этого, его когда с пистолетом задержали, прокуратура Алматинской области, спецпрокуратура, тогда они начали шевелиться, и его тоже приобщили, потому что он там проходил, и сейчас проходит ему обвинение, предъявлено все по убийству. Видя такое дело, как я уже говорю, в конце июля я уже записался вместе с Яковлевым к начальнику департамента полиции, генералу Таймердиеву. Потому что, ну, последняя инстанция, как говорится, у нас. Выслушал, спросил на связи параллельно начальник управления полиции Медеусского, говорит, почему так допустили. Тот, ну, объем работы и так далее, тому подобное. И генерал что говорит, даю там, не знаю, там 10 дней или сколько, он говорит, это по делу мне снова доложите. И мне прям говорит, а вы, если там ничего не будет сделано, ко мне снова на прием через там короткий промежуток времени. Все, только мы вышли с Яковлем, начальника департамента полиции. Все, здесь следствие начало наконец-то работать. Нас сразу допросили качественно, снова, да, дополнительно, все нюансы. Буквально за 10 дней они
сделали всю полноту по уголовному делу. Однако опять затягивается, они мне говорят, вот направили в прокуратуру, ни ответа никакого нету. Я пишу опять же в департамент полиции, прошу сообщить, дайте информацию, что сделал. Я знаю, что вы вынесли постановление о признании подозреваемым, что дальше? Получаю ответ, что прокуратура Медеевского района считает признание подозреваемыми необоснованными. То есть мало того, что они год, получается, надзирали, а, грубо говоря, наоборот, не надзирали, да, за расследование уголовного дела, а теперь они считают, что это необоснованно. Какое решение принимает, дальше будет принято, я не знаю. Но меня обескураживает то, что бездействие, вот в данном случае полное бездействие как сотрудников полиции, а так и надзирающих вот, органов, в данном случае Медеевская прокуратура, привела к тому, что человека убили второго. Конечно, эта история выглядит неполной без комментариев полиции и прокуратуры. Но в нашей стране законодательство работает так, что никаких интервью, пока идет расследование. Даже если официальный запрос отправить, получишь стандартную отписку. Уголовное дело зарегистрировано, детали расследования разглашать не имеем права. Что-то в этом роде. Вот, например, направили мы запрос в прокуратуру Павлодарской области и никакого ответа в положенные законом сроки не получили. Дело там очень серьезное. Полицейского обвиняют в изнасиловании девушки, которую подозревают в распространении наркотических веществ. В пресс-службе МВД нам сообщили, что Управление собственной безопасности расследование дела об изнасиловании завершило и передали в прокуратуру, а потому никаких комментариев дать не могут. Нургуль, расскажите немножко о своей дочери. Как так получилось, что она в эту историю попала? Потому что я знаю, что когда нам писали письмо, говорили о том, что она в Павлодаре, а история вся случилась в Экибастузе. В феврале уже сидимся. Содан ол үйде болды, пока мен нелерін нетті, резюмеларын тастады, не етіп. Мама мен бір 10 күнде демалып алайыншы, содан жұмысқа шығам деп сөйледі. Содан 17-сі күні Настя деген бір подружкасы бар да, 2 жыл бір-бірін таниды. Сол орыстың қызына барып келеш, қонаққа шақырып атыр деп сөйледі. Сосын мен жарайды дедім, көп кешікпе дедім. Жарайды деді. Содан ол сағат 2-3 кезінде шығып кетті. Содан мен тағы да бір 3 сағаттан кейін ба, 5-тен кетейін, мен тағы хабар жаздым, хабарлама. Үйге қайт, кеш болды уже, үйге кел деп сөйледім, қайта жүрсін деп. Бірақ ответ болмады. Сосын звондадым, алмады. Бір 15-20 минуттан кейін ба, есік қақты. Есік қаққанда біз милициядамыз деп сөйледі. Бір 3-4 адам есікте тұрып, маған неден соттан обыскының қағазын көрсетті. Бүкіл жерді қарап шықты, бүкіл үйді қарап шықты. Бірақ та ештеңе таппады үйдің ішінен. Вам что сказали? В чем она обвиняется? Маған айтты, распространение наркотик деді. Синтетические вещества ма. Мен өзім ол жерде истерика болдым да, мен өзім дыққан жоқпын. Содан мен оған мойындаған жоқпын. Ол мүмкін емес олай жұмыс істеуі деп, олай істеуі мүмкін емес. Сол күні Айзаданы көрген жоқсыз? Сол күні мен сағат 8-ге дейін көрген жоқпын. Сол алып кеткеннен кейін 8-ге дейін көрген жоқпын. Сосын ОПН-ның нелерінің бастықтарының кабинетін қасынан таптым. Бір следовательге нетіпті. Ол кісі маған қазір 3 сағаттан артық ұстауға біз міндетті емеспіз, жібереміз деп сөйледі. Сосын біреуі шығып айтты, тәте, сіз жүре беріңіз. Біз қазір әлі істеріміз бар, тексеретін. Содан кейін барып сізге хабарласамыз, өзіміз звондаймыз, келіп алып кетесіз деп сөйледі. Полицейскийлер, кімге сенеміз енді оларға сенбегенде? Но ни в 3 часа утра, ни в 6, ни в 8 Нургуль не позвонили, а дочь так и не появилась дома. Тогда сердце матери почувствовало неладное, и женщина отправилась на поиски дочери самостоятельно. Но найти ее так и не смогла. Привезли девушку домой только к часу дня. Что происходило в прошедшую ночь, дочь матери так и не призналась. Рассказать правду она осмелилась лишь адвокату. Действительно, оперативные действия проходили до 4 утра, но то, что по версии девушки произошло дальше, повергает в шок. Они ее сажают и говорят, сейчас поедешь с нами на съемную квартиру. Все. Они ее привозят, потому что там сотрудники уголовного розыска города Павлодара, они уже сняли квартиру, в которой должны были ночевать. Они ее туда привозят, и там происходит это изнасилование. Сотрудник, от которого отношения, которого сейчас возбуждено уголовное дело, оно находится в изучении в прокуратуре,
Он заходит к ней, ложится с ней рядом, подавляет ее сопротивление и совершает в отношении нее изнасилование. Кстати, про экспертизу расскажите, потому что у людей могут возникать разные мысли о том, что вот девушка находилась под следствием, и она могла придумать эту историю о том, что ее изнасиловали. Есть ли какие-то доказательства? Конечно, того, что доказательства ее изнасиловал есть. Какой-то определенный человек? Что изнасиловал, в отношении нее совершено изнасилование, и именно тем лицом, который сейчас привлекается к уголовной ответственности, доказательств достаточно в материалах уголовного дела. Это первая биологическая экспертиза, которая показала его биологический материал четко и ясно. Там допрошены были эксперты, которые говорят, мы данные экспертизы просто закидываем. Компьютер сам высчитывает, на сколько процентов именно это лицо совершило это преступление. Затем есть геномная экспертиза повторная. Мы уже написали ходатайство и добились повторной геномной экспертизы в Астане, и она поставила все точки над «и», что действительно это преступление, в отношении нее было преступление совершено, и преступление совершено этим лицом. Танга, он сидит в танге, турта парганой квартира, съемная квартира. Сон адрес найти бізге, қандай жерде екенін айтты, содан кейін кім апарғанын, кім болғанын толық айтты. Мы пришли на адрес, где, по словам Айзады, произошло изнасилование. Никого нет. Четыре сотрудника полиции находились в ту ночь в этой съемной квартире. Да. Это сотрудники полицейские из Экибастуза или из Павлодара? Один был из Экибастуза, а трое были из Павлодара. То есть это даже не следователь? Это не следователь. Который расследовал вот то уголовное дело? Да, у него дело было у следователя. Он-то ее добросовестно он отпустил и сказал ей, вы можете идти, а завтра в 10 часов утра подойдете. Все, она должна была, в принципе, ее должны были уже отпустить. Все. И она должна была в 10 часов на следующий день прийти для проведения определенных каких-то следственных действий, которые следователь запланировал. А почему тогда люди, которые, по сути, не имели отношения к уголовному делу тому, да, по наркотикам, они ее забрали? Когда начала разбираться с этим делом, вот якобы на задержание поехали сотрудники уголовного розыска в борьбе с наркотиками с Павлодара. Я когда посмотрела материалы уголовного дела того, где девочка привлекается по сбыту наркотических средств, посмотрела постановление о создании следственной группы. Вы знаете, вот ни одного человека, которые были в этой квартире, да, практически, вот трое, которые поехали с Павлодара, они в следственной группе вообще не состояли. А вот когда письмо нам писали в редакцию, там был абзац о том, что Айзаде угрожали, да, вот полицейские, которые там один из тех, кто изнасиловал, угрожали о том, что уволят вас с работы. Ол болды, ол сонда болғанда айтыпты, вот сенің туыстарыңа қастанды келтіреміз. Енді біліп тұр ғой, енді біздің неше бала бар екен, менде апалары бар, інілері бар. Сосын мені жұмыстан шығарамыз, бүкіл телевидениеге көрсетеміз, бүкіл елге көрсетеміз деп солай қорқытқан екен. Мен өзім, иә, милицияда 20 жыл пол жуап, 2002-ден бастап содан жұмыс істеп жатырмын сонда. Сол күні сол айтқандары, тәтем звондаймыз, алып кетесіз дегені, мен соған сеніп қалдым. Потому что вы их знаете? Да, я их знаю. Бүкіл лицо, бәрін білем, кім екен, тұл білем. А они знали, что это ваша дочь? Да, знали. Что сейчас теперь с этими полицейскими, которые, ну, вот один из них самый главный подозреваемый, остальные они как свидетели идут или? В отношении которого сотрудника полиции, который сама моя подзащитная говорит, он там спал, и утром, когда мы проснулись, он тоже спал, она сразу сказала на очной ставке, что она к нему претензий не имеет, как бы. Но остальные
оставшиеся сотрудники полиции, которые ее привезли туда на машину, они, насколько мне известно, в настоящее время, они продолжают работать. В отношении них даже никакого дисциплинарного наказания не было принято. Вот и все. Вот вся картина по этому уголовному делу. А подозреваемый где? Подозреваемый, у него домашний арест, его, естественно, уволили. Вы понимаете, если бы это был простой человек, простой гражданин, или вы, или я, кто-то из нас с вами, нас бы давно уже арестовали, потому что это преступление относится к преступлению тяжкой категории. Все. А ему спокойно избирают меру пресечения домашний арест, суд его принимает, я обжалую, они говорят, все против. И прокуратура против, и суд, естественно, оставляет этот домашний арест. Главное дело, нам нужно было дело, чтобы оно попало в суд. Вот и все. Что человек, который совершил преступление, неминуемо же должно наступить наказание, а его нет по настоящее время. Совершено было преступление в феврале 2021 года. Вот сегодня мы уже на дворе октябрь. На днях суд вынес решение по делу о распространении наркотических средств. 22-летняя девушка получила 10 лет тюрьмы. А вот второе дело, где она выступает в качестве потерпевшей, повисло в воздухе. Хотя и то, и другое было зарегистрировано в одно время. После такого правосудия сразу становится понятно, почему уровень доверия казахстанцев правоохранительным органам низкий. И такие кейсы, о которых мы рассказали, делают картину только хуже. Беспредел, бездействие, превышение должностных полномочий. Страшно, когда сталкиваешься с таким и оказываешься бессильным против коррумпированной системы.